Блядь. Здорово, ребята, блядь. Сейчас, сучка. Пизда, холодырга там лютая, ребят, тюшки, блядь. Сорвалась эта хуйня. А, не, а, да. Похуй. Ребята, всех приветствую. Добро пожаловать на стрим хаус, ребята. Прямо здесь мы будем проводить 2 недели. Будем, бля, радовать вас пиздатейшим контентом. Охуенно. И сейчас я вас чуть-чуть познакомлю вообще с тем, с тем, что вот будет здесь вообще все происходить. Познакомлю вас с гостями. Познакомлю, которые, кстати, не приехали. Нихуя, гости охуели. Но чуть позже будут. И с участниками этого мероприятия. Пройдемте. Пока дом не будем, так сказать, рунтур делать. Пройдем. Че вы там? Здравствуйте, ребята! Здорово! Здорово всем! Привет, ребята! Привет, чат! Мы рады вас видеть! 15 число его не забанили. Значит, проклятие снято. Да, братик, все сходится. Давайте потихонечку, ребят, представлю вам, так сказать, наших участников. Это Пока, бля, вермишель ебаная, бля, обосранная, бля. До башки доширак. Здорово, спасибо, что приехал. Спасибо, что позвал. Пожалуйста. Это Катя, ребята, Бухадзе 007. Спасибо, как всегда под градусом. Она, кстати, волосы нарастила. Слава Сьям! Это свои, это натуральные слова. А ну, я имею в виду, нарастила, там, короче, сейчас новая технология, значит, ты типа садишься под лампу, она очень жестко излучает, у тебя волосы прямо на глазах вырастают, так удлиняются. На глазах? Жалко то, что она с пенисом не работает, блядь. Ну, мне, в принципе, не надо. А вот Диману надо, блядь. Ребята, лорд Узлик, блядь, пожилая устрица, ебать, обвисший пенис, блядь, вонючка. Ну, просто хороший мужчина, приятный. И сейчас на батарею его, да, давай. Очень-очень классный и старый парень. Алексей Пчелкин, ребята, этот ротик работает уже не первый год. Здравствуйте. И сегодня он будет, и сегодня на протяжении 2 недель, так сказать, этот помогать освещать, участвовать, делать контент, да, ебейший, блядь. 100%. И так далее. Ребята, Дина, блин, дамы и господа. Прекрасная женщина. Девушка. Чего? Очень близко. А ты Катя представил? Катя представила женщину. Я бухата. Нормально. Прекрасно. Мы по возрасту сели. Прекрасная девушка. Ну, не старый, как раз, ну, ладно. Пожилый. Ты, господи, Алексей. Извини. Так вот, прекрасная девушка. На этом все закончим. Прекрасный, спасибо, контент-мейкер, ребята. Подписывайтесь на всех, кто здесь находится. Дом балдежный. Мы сейчас находимся прямо в балдежной. Совершенно верно. Я вот на экране вижу здесь. Вот, ребят. Хочу, знаете, что сказать? Хочу очень сильно поблагодарить спонсоров за то, что помогли нам вот это все организовать, вот это мероприятие. Без них бы ничего бы этого не вышло, нихуя бы не получилось бы. Спасибо вам огромное. Это типа спецэффекты? И да. Дым сзади такой. Ты почувствовал мне, знаешь, касание дыма? Вячеслав. Ты сейчас не лопнешь? Выдыхай! Дышать надо. Сейчас взорвется. Вы невероятный, Вячеслав. Ваша глотка очень глубока. Это совершенно верно. Мой ротик — это... Мы проверяли. Deep throat. Да. Так вот, ребят, вы, наверное, спрашиваете, чем мы, блядь, будем здесь заниматься на протяжении 2 недель. Я набил. Зачем ты слюнявишь всегда ее? Да не пизди, заебал нахуй. Она всегда в слюнях. Сколько слюней? Ну такие у меня губки, ёпта. А хуй ты не в слюнях после меня? Хуй ты выебаешься, Лёш. Нахуй терпишь, а тут, ебать, завизжал, блядь. Так вот, ребят, вы, наверное, думаете, чем мы будем здесь заниматься. Естественно, мы распланировали охуенное расписание, у нас все схвачено, все расписано по часам, кроме сегодняшнего дня, потому что я хуй знаю, что сейчас делать. Ладно, что сейчас у нас открытие. Блять. Вот, да, у нас еще должны были быть гости, они сегодня обязательно приедут, я, сука, надеюсь очень на это. Пожалуйста. Главное, чтобы они доехали, потому что дорогу замело. Приезжайте. Да, дорогу замело. Так же, как бы хотелось бы, чтобы твое ебало сейчас замело, но было ничего. Саша! Саш! Саша! А кто такой? А, Саша. Саша! Саш! Саша! А что случилось, Алексей? Саша! Не могу. Саш! Ну, это должно было произойти. Контент пошел, ну, что? Ты не видишь, что ты за стакан садишься. Бля, Ликс, ребята, Ликс уже начал буянить. Ой, сел на стакан. Это Ликс напрудил штаны, на самом деле. Я думал, это бутылка, блядь, я что-то не туда сел.
сел на стакан, ясно. Да ладно, там немного воды. Я пойду за Сашей. Вот так вот, ребят, сегодня еще одно очень важное и громкое событие в мире, так сказать, киберспорта, в мире вообще гейминга произойдет. Оно будет на протяжении дня спонтанно, но скажу, что оно близко уже к тому, чтобы свершиться. Короче, следите за новостями, все увидите, это будет просто охуенно. Это будет очень громкая пиздата. Вот, так что еще? У меня шутка есть. Ты сказал близко, как к твоему рту моя пиписка. Спасибо, Алексей. Хорошая? Это Алексей. Заготовка? Это заготовка? Алексей, я... а твоя пиписка во рту как ириска. Это по опыту, Дим? Это заготовка, это по опыту, мы поняли. А твоя ириска на вкус как Катюхина писка, блин. Чего, не понял? Ну, типа сладко. Да что ты, Саша? О, Саша! Тут минное поле. Помоги. У нас полка горит. Полка горит. У тебя попка горит, скорее, Слав. У тебя только надо жить. Я нашел Сашу. Чуть не уронили кальяны, прям Слава. Хватит ронять. Ой, Саш, срочно, тут табак. Только не руками, Леша. Уголь уронили. Леха. Лепеха. Смотри. Этот. Смотри. Забирай скорее. Так там. Ладно, ребят, пока там ребята пол. Страдают вот такой вот хуйней. А, ну ладно. Ай, блин! Блять, что за пиздец происходит? Почему вы все рушите? Да вы это делаете? Извиняюсь, оператор. Вот, я вам расскажу, что сейчас будет происходить. Ребят, сейчас мы проведем небольшой рум-тур, так сказать, покажем, что вообще здесь. Спасибо за массаж. Еще, конечно, на нижний ярус будет спуститься, ну ладно. Мы проведем небольшой рум-тум. Покажем, где мы будем жить, так сказать. Разгромим весь оставшийся дом. Две недели, да, допиздим оставшиеся вещи, разнесем. Вот. И перейдем, так сказать, к следующему. Дима, мы в комнате не убрались. Трусы спрятали? А шейник убери из кровати. Убери, там ошейник валяется, Алексей, с этими мешами. Алексей любит надеть ошейник и без трусов так поползать на четвереньках. Это Дини на чей. Все, понял. Ошейник мой, так это Ликс попросил. Ошейник для Ликса, Дины. Да, а пульт у меня, что это такое? Дина, оплетку взяли в этот раз? Кто сейчас ведет? Кажется, это мои носки. Они никогда не были еще так близки. Да, на самом деле Вячеслав не соврал. Эти две недели будут невероятны. Вам запомнится это на всю жизнь. И если вы не позовете свою маму, бабушку, папу, дядю, брата, сестру и свою немецкую овчарку... И деду. Я вас найду. Тихо. Приду. Так что зовите всех на эту трансляцию. Вот это отлет нормальный. Я бы позвала после такого. Словно ужалил. Прикольно сказал, я бы тоже позвал. Да. Я уже позвала. А когда придешь, что ты будешь делать? Типа поздороваешься? Да, скажу привет. Пока скажет что? Дай пятюню. Пятюню? Пятюню. Вот. Пятюню в чат. Я понял. Подожди, что ты сказал, мы будем сейчас делать? Я бы сказал бы. Тум-рум? Рум-тум? А, рум-тум. Рум-тур? Рум-тум. Давайте покажем. Трум-трум. Сейчас я покурю, ты иди показывай. Да охуел, блядь. Это чей дом? Ну, вообще, точно не наш, блин. А, да? Мы его сняли. Да погоди. Да дай ты заебал, нахуй, подожди, блин. Начнем, наверное, с первого этажа? Да, начнем с первого. У нас что-то упало. Что-то все время все падает. Сейчас вам Слава, вам сейчас Слава покажет первый этаж. Да пойдем все вместе, ребят. Ну ладно, идите, я сейчас приду. Погнали, в сопровождении. Ну что, ребят, переходим, так сказать, в нашу... Аппаратура у нас попу снимает. Что, в натуре? Мне только что в ухе напердели. Да нет, там не в этом. Что прикол. Мы кухни не показали. Что на это где? Что там? Там прикольно. Понял. Я думаю, это будет. Ребят, это гостиная комната. Тут как бы должны встречать гостей, бля, которые с сути нихуя не приехали, но приедут чуть позже, блядь. Надеюсь, блядь. Суки, вы это смотрите по-любому, блядь. Вот, ребят, здесь мы будем проводить, я так понимаю, какие-то всякие... Что здесь будем проводить? Мафию. Здесь? Да. За этим самым столом будет мафию, у нас мафия. Да. Здесь мы сегодня будем вечером проводить мафию. Дина будет проводить. Да, да. Мафию. Вот. Мафию. Что мы еще здесь будем проводить? Ну, еще что-то будем здесь проводить по-любому. Гостей. Домой. Провожать нахуй отсюда, ёпты, бля, просто. Так аккуратно зашел. Ну, вот такая. Ну что, мы идем дальше? Чего там? А что, Слав, показывать тут это нельзя? Сашу нельзя показывать? А? Сашу можно показывать? Да можно, конечно. Ребята, давай покажем. Слав, ну покажи бревна, что у нас тут все бревнами обито. У нас есть но Саша. Но я могу показать одно бревно. Ну смотрите. Что, где-то зеркало есть, Дима, в зеркало хочешь посмотреться? Ребята, камеру, где камера? Смотрите, у нас есть Саша. Саша, очень приятно. Мы стримеры, если что,
Это всегда такое состояние. Мы стримеры, Саша, осторожно. Да. У нас своя личная кальянная. Ебумба-бумба, как говорится. У нас здесь нереальные кальяны от Dark Side. У нас здесь нереальные дудки. Как это называется? Шланги, извиняюсь. Лёш, да. Пойдем. Ладно. Между прочим, здесь, на этой стороне, тоже нереальные шланги, Алексей. Где? Ну, у кого-то из нас точно здесь нереальный шланг. Димана я видел, он сразу отпадает. Так, а мы, кстати, мы показываем второй этаж или нет? Все трусики спрятали? Я вроде... Я, наоборот, выложила, сказали, что поинтереснее. Нет, мы не спрятали. А нам сразу на второй этаж или мы пройдем? Подожди, подожди. У нас еще кухня есть. Тут, на самом деле, небольшой... А, ну, кухня нам попросили... Алексей, прячь все! Я прячу, прячу, прячу. Я вывернула, ничего страшного. Кухню попросили на завтра. Не идите к нам, не идите к нам наверх. Я твои грязные положила, наоборот, сверху. Ничего? Правильно, чтобы черкашами. Ну да. Дима, быстрее, ты где? В туалет лучше не заходить. Я надеюсь, ты не в женский ходил? А? Не в женский ходил? Я там, не там, не смысл. Это такая зона для наших консольных мероприятий, для Just Dance, это стримерское место. Тут там, ну, Сонька там, ну, как... Ну, радость. Да, вот все, все всякие вот такие мероприятия будут, да, происходить. Давайте не заходите на второй сюда. Этаж, посмотрим, кто как проживает. Ой. Ямочка сползла. Извиняюсь. Здорово. Только попу, пожалуйста, не снимайте. Ё-моё. Так, сейчас мы посмотрим, можно ли все заходить. Специально не снимали. Да почему здесь дырка для рта так просто? Дима, ну наконец-то ты решился. Сколько раз я тебя уже просила, а? Стильный наш старичок, ребят, сегодня выглядит, блядь. Дима, мне кажется, гламурно. Что-то, подожди, 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 подожди. А ну, тут шипит микрофон, возможно. Почему так странно выглядит? Может, так надо, нет? Не-не-не, нос скрой. Тебе идет на самом деле? Да, Дима? Да-да, хорошо. Вот сейчас ними попробуем. Да, я за. Попросили где-то мне, я так вот, у меня сердце подсказывает, в другую комнату зайти. Ребят, это наша комната, ебаный срач, хотя Катюха чуть-чуть прибралась, потому что ночью она вообще обкакалась. Что? Извиняюсь. Не понял. Блин, у вас так чисто тут. У нас самая охуенная комната, ты чего думала? А знаешь почему? Хозяюшка, да. Хозяюшка. Пришлось трусы припрятать. Ну тут реально полдёжно. Спасибо, Дим. Вот Дима, такое, это, между прочим, вот одеяло. Такая красота. Да? Между прочим, я этим накрываюсь. А ты обоссанный. Дима, вставай, у тебя брюки обоссаны. Дима, вставай, у тебя стоит. Ну, я думаю, ребят, спасибо, что посмотрели стрим, мы сейчас с Диманом. На этом мы заканчиваем, да. Ладно, пока уйдем, вы за минуту управитесь. Закроешь дверь снаружи, пожалуйста. Хорошо, за минуту управитесь, мы пока это... Вот здесь я отдыхаю, сплю. Так, идем дальше. Так, сюда мы... А мы можем здесь пролезть? Ребят, здесь я сру, если кому интересно. Но я пока не какал, если что, я буду держать в курсе. А что за стул в углу? Следите за новостями. Это кто-то садится на стул это и смотрит? Там, короче, такая методика, знаешь, типа, это говорят, ну, какашку жестче проталкивает, если типа, кем-то тебя прям жестко тыкает. Ты сидишь, выдавливаешь, он, естественно, смотрит просто. Вот где ты был вечером. У меня не такой стул. Ну, я Димана попросил просто, под рукой был он, так сказать. Надо было чуть-чуть залипнуть. На меня. Вот, это наша ванна, здесь такие камни, это, кстати, камни с моря. Я убрался. Готово? Который, сука, красится, блядь. Красится? Да. Что-то с микрофоном пишут. У кого? Я убрался. Непонятно, у кого? У кого? Может, я близко к микрофону, про звук. Я тоже, возможно. Так, переходим дальше. Здесь, здесь просто комната. Здесь наши ребята не спят. Ну вот здесь обитает Алексей с Диманом. Алексей с Диманом здесь да, обитает. Да, да, да. Вау. Ух ты, ёпта, Диман, блядь! Не открывай шкаф! Блядь, блядь! Не открывай шкаф! Все. Здесь, ребята, обитает Алексей с Диманом. Чисто. Блин, у него реально попросили трусы. Попросили прибраться. И здесь, ребята. Диман. Диман, слышь, ты, походу, доллары рассыпал. Дима, Дима. А! Ты хоть правда прибрался. Катя, это грязные вообще-то, я в них ехал. Сейчас уберем, ты, стой. Ты, по сути, еще потрогала. Слава, прости. Давай, убирай. Вот так. Накройте, еще. Накрой. Накрой. Дима. Книжку, название будешь показывать? Да, ну, я могу показать. Убрались. Тут вот. Дима, ты кого-то прячешь под покрывалом? Так, и
Дина, а можно мы проникнем в твою спальню? Да, 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 покажите, как она одна живет. Вот так, ребята, отдыхает у нас. Вот так у нас Дина, блин, отдыхает. Это скромная комнатка, что вы? А какой дискотека есть? Ребят, одна, одна. А это комната для грязи? Это очень хорошо. Ну, я скромный. Это очень хорошо. А почему подушка не по центру, а вот с края? Она поближе к нам А спала. Я в телефончике А лежала. Есть вероятность того, что здесь подушка вторая появляется под вечер, Дима? А, что ты? О, дай сделаю, если кому интересно. В задницу себе покричи, Дима. А что-то захлебывается. Как будто, знаешь... Что вы с ней творите? А я тоже попробую. Блин, знаете, как здесь было тяжело спать? Всю ночь доносился храп Ликса из-за стенки. Но какое-то время, Ликс, какое-то время мы вот стояли, мы вот тут стояли и смотрели. Это моя помада. Да, там балкон, кстати. Реально? Ну да, блядь, с кем я разговариваю? Что делаешь, конечно, спасибо, что меня слушаете. Алексей! Иди в жопу. Алексей, блядь, он не заметил. Ну что, ребят, пойдемте спустимся вниз? Конечно. Но спустимся не здесь. Леша, что ты говорил? Спустимся. Уже ничего. Это оператор может и здесь спуститься. Нормально. Ты включил? Не. В смысле, я выключила, а ты включил специально? Пускай горит. Здорово. Это я. Ну и все, в принципе. Так, а что, блядь, с этим? Ну, давайте сделаем собрание небольшое. Акционеров. Давайте собрание. За стол собрание сегодня. Акционеров. Давайте решим, кто уходит после первой стадии. Конечно, что поставить там с деньгами? Я туда сел. Кто уходит? А можно, мне тут принести? Почему нельзя? Можно? А, стоп. Ай, да за что вы меня бьете, сегодня операторы? Лёв, мы же только там, по-моему. Да. Да. Так а может там все соберемся? Давайте соберемся там. Переговорили, уходим, да. Идем дальше. Здесь вы сидели. Самое короткое собрание. Ой, блядь. Тут Дим, рядом с тобой сядут, они против? Против. Ну садись. Против, ну садись. Спасибо, дай-ка ты в угол сяду, пожалуйста. Нельзя? Да, я понимаю. Можно я в серединку сяду куда-нибудь? Давай. А можно мы ноги на стол положим? А, блин. Нет, нельзя. А, нельзя, мне а можете пролезть на одно место куда-нибудь? Ладно. Я не буду. Спасибо. Я воспитан. Да, ты воспитан? Да. Стоять. Сидеть. Блин, кажется, не воспитан. Ребят, дайте мне буквально минутку лицезреть, блядь, чат. Кстати, чатик я бы посмотрел и поздоровался. А что, у нас стрим идет? Нет. Я думал, мы стримим. А ты хотел уже ебануть? А слушай, в чате я, кстати, вижу очень сильно преобладает фраза «Бустер, оплати билет Зарку». Какому? Нашему? Шефу? Ну, естественно. Шефу? Ребята, я сказал, что Зад сейчас едет в командировку, он едет к нам. И естественно, это можно было даже не писать, естественно, билет я ему оплачу. А мне? Докуда? Нахуй отсюда? Так ты же из Москвы, Леш. Нет, ты остаешься, Лех. Возьми, пожалуйста, пятки, Славы. Я ему сказала тапки надеть. Все, пацаны. Что? Что? Я тебе сказала. Ого! Слава! Ёб твою! Чище, чем у нас. Вот, еще наоборот. Пока хоть слово скажет сегодня. Пятюню в чат! Пятюню в чат! Пока чисто по скриптам живет. Пятюню в чат! Каждые 5 секунд как будильник срабатывает, блядь. А давайте битву носков. Битву носков? Давай. Как раз у меня вспотели, давай. И кидать надо? Самые чистые носки. Ребята, может быть, с ними носки и битву грибков, блядь? У меня чистые. Можно. У меня самые чистые, смотри. У меня чище. А у меня зато с Марио. А может, у тебя чистые ногти уж тогда? Где Пока живет? Это первая комната была. Это важно. Кать, покажи. Смотри, как у меня нога большая. А когда ты ходила? У тебя маленькая. Надела? Сегодня? Да. А Леша уже третью неделю носит. У него уже не носки, а вазочки, между прочим. Они же тоже были белые, кстати. Да. В смысле, у Алексея? Конечно, у Алексея. Почему у Алексея? Спасибо, чат, спасибо, вы умнички, у меня белые. Что у тебя белые? Пипец, какие они, какие красивые, что они белые, Кать? Кать, да. Ну, потому что Вячеслав, что там случилось? А я вот дела решаю, блядь. Ой, да.
Вы деловой человек? Да, да, да. Потому что я кое-что на сегодня готовлю, то есть я по-любому это сегодня произойдет, это просто вопрос времени. То есть надо чуть-чуть подождать. А что-то жесткое это? Это что-то пиздец жесткое, что-то пиздец глобальное. На уровне кого? На уровне вообще. Ну, то есть такого никогда на Твиче не было. Реально? Да, такого никогда не было. Реально? Это стримхата? Хаус? Нет. Дом. Стримхаус уже есть. Ой. Так. Хорошо. Хорошо. Так, у нас сейчас... Мы что, с рунтуром закончили? За 20 минут? А что так быстро? Сейчас. А мы показали нашу зону? Нашу зону, Алексей. Давайте не на Твиче, а вашу зону показывать. Так, еще одну секундочку. Зона для плохих мальчиков? А если эту зону, нужно сделать депиляцию. Она не сделана. Катя меня булит. Ты же говорил, у тебя все правильно. Катя меня булит. Ничего не булю. Я еще не начинала. Ай. Пока моргает. Смотрите, смотрите, операторы, будьте добры, покажите, пожалуйста, камин. Смотрите, бумба-бумба, у нас свой камин, представляете, мы туда нанесем дров, и это, кстати, не мыслить. Ребята, пятюню в чат. Вот, мы туда нанесем дров, и вечером... Не люблю повторять шутку, Дин, может... Хорошая, хорошая, Дин. Ну, она просто зашла по-любому, тут не вариант было отдавать. Отверните, пожалуйста, камера сейчас будет на селе. Ой... Вот, поэтому у нас в планах вечером. Я так понял, своим пиздежом решили сократить стримхаус. Ты перебиваешь меня постоянно. Извини, ну все сам иди. Да нет, в хорошем смысле, разумеется. Мы тебя, я тебя слушаю, Леш. Короче, мы нарубим дров. У нас есть два дровосека. Дровосека. Я и Дмитрий Ликс. Да. Мы пойдем за дровами. Давай, давай. Нарубим дрова и затопим камин. А еще у нас, знаете, что есть? Да. Мясо. У тебя перхоть, кстати. Или что это? Еще у нас есть перхоть. Одиночку убери, пожалуйста. Диман, какой-то пушок. Стакан, как сыр, ёпта. Это кукушонок. Это шерсть? Пушок какой-то. Кукушонок? Да. Кукушонок. Это твоё, Дима, это тебе да. Еще, ребята, у нас есть мясо, которое Алексей вчера целый вечер делал специально. А потом я просто привез вечер. Роллы, и все стали кушать роллы и забили хуй. Да потому что тебя ждали 7 лет. Кто за? Не 7 лет, блядь. Всего 4 часа. Соло. Мы будем, короче, жарить сегодня мангал. Ой, жарить сегодня шашлык. Ты что, тупой? Тупой человек, представляешь, сказал роллы. А, роллы? Ты слышишь, соло-золо? Он сказал соло-золо! Ты привез соло-золо? Где? Где соло-золо? Привезли соло-золо. Чах, у нас есть своя соло-золо. А мы поснимаем рубку дров? Старался. Лучший брат. Алексей, мы будем снимать рубку дров? Я бы посмотрела, дров? Да, я посмотрела на тогда вас за работой. Тогда тебя с нами надо брать. Что? Алексей, вы-то куда? Ну ладно, Дим, ты меня заразил своими. Он имеет в виду рубить дрова тоже. Что-то попы сегодня слишком много пиздит. А теперь слово передается Поке. Это тот самый неловкий момент, когда тебе передают слово и что-то надо сказать. Это значит, когда тост, знаешь, типа, когда ты мелкий, тебе на свадьбе сказать тост, блядь. Да, да, да. У меня была такая ситуация, блядь, к сожалению. А, кстати, в такие моменты возникает, знаешь, вот... Секунду, ты был женат? Да, да, да. Реально? Ты знала об этом? Чего? В 7 лет. Ты охерел? На свадьбе я был, ёпта. В 7 лет? Говорю, был на свадьбе, блядь, короче. И, ну, я знал, что у меня это свадьба брата была, я знал, что мне надо будет говорить тост. И мне до этого, короче, перед тем, как я его пошел говорить, мне мама его нашептала на ушко, блядь. Ну, просто рассказала мне тост. И я вроде как бы, знаешь, когда она мне рассказывала тост, я его запомнил, как бы, вроде все помнил. И когда меня позвали говорить тост, блядь, я вышел и все забыл. Счастья, здоровья. И что ж ты сказал? Да что, я позорился, нахуй, все смеялись. У тебя травма детская? Не знаю. Алексей, тост не говорит. Алексей, как профессионал, скажите, что говорить в тот момент, когда вот к вам подходят? Ваше слово. Счастья, здоровья. И все. Да. Да ну это банально. Ну банально, Алексей, но работает. Что-то. Ну работает. Или анекдот Алексей, рассказать. Да. Только что Пока сейчас скажет. Катя заготовила анекдот. Стоп, секунду. Стоп, стоп, стоп. Нет, простите. Давай. Как ты же заготовил? Без шпаргалки. Папа, как я родился? Мы договорились, что в 3 часа рассказываю анекдот, не сейчас. Еще раз, Соня, анекдот от Никса. Я уже повторял 2 раза, не смогу. Чтобы вы понимали, он его все утро репетировал. Я его репетировал. Папа, как я родился? Ёб твою мать. А папа нет. Алексей, извини. Ну, это анекдот. Можно, пожалуйста, звук сверчков? Мне кажется, Диман уже со своими сверчками гонять, блядь, знаешь, банки, ёпта. Анекдот от Кати. Сначала я трахнул свою девушку в постели, затем на диване, затем на кресле, затем на компьютерном столике. А потом сотрудники IKEA вызвали полицию. А, Дима, расскажи, пожалуйста, свой еще раз. А почему? Можно было бы смеяться ради приличия, Леш?
Мы договаривались, я шучу, ты смеешься. Я смеюсь. Я тебе бабки даже заплатила за это. Что такое? Тишина, спасибо, я поняла, я запомнила. Алексей, сколько вы нынче берете? За смех? За вечер. Жестко, урыл. Поколение потеряно, ты в телефоне сидишь постоянно. Я не в телефоне, дела делаю, я бизнесмен. Бизнес. Самое время.